Всем привет, с вами Крокус, Син, Чума и Миша. Привет. Здорово. Привет. И сегодня мы поиграем в фазмофобию в челлендж недели, который называется «Салочки». В общем-то, в школе призрак. Призрак будет за нами гоняться. Ну, либо мы за призраком посмотрим. А какие еще условия у этого челленджа? А я не знаю, сейчас посмотрим. Понятно. Катя сегодня подготовлена. Да, ну у нас рассудка ноль. А почему Миша... А, нет, все, ноль рассудка у всех. Ну, видимо, благовоние в руки и вперед. А оно, по-моему, ничего не восстанавливает. Благовоние-то? Ну да, согласен. Нет, 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 не благовоние. Благовоние ничего не восстанавливает. Ну, можем выпить и вперед, в принципе. Так, а нам надо только определить призрака фактически, правильно? Угу. Миша, это камера налобная, если что. Ну, я имею в виду, что оно не светит. И не греет. Ну, да, я уже заметил. На какую кнопку открывается дверь, я забыл. F и E не работают. LKL. А, LKL. Вот что значит, когда долго не играешь. Какой кошмар. Так, я, пожалуй, фонарик вы. А он работает? Да. Да? Блин. На удивление работает. А я крестик взял, ну ладно, тоже фонарь возьму тогда. Блин, да не хочу быть тет-а-тет с призраком. Иди, иди, давай уже, что ты... Демон твой любимый сейчас придет. А свет тоже есть? Нет. Под правой лестницей. Чума вангует, отлично. Пойду туда. Если меня убьют, вы виноваты. Хорошо, эту жертву мы готовы принять, Катя, как обычно. Я включила. А, возможно, у нас какой-то безопасный период есть, ребят. А мы не посмотрели. А я, да, не посмотрели. Наш безопасный период, пока горит спичечка. А улики у нас там вообще есть? Ну, возможно, есть. Ну, возможно, непонятно, даже все, да? Три. Нет, у нас вообще есть? Не знаю. Я не вижу. Ну, наверное, нету. Мне нравится. Как говорится... Фазмофобия раньше, Катя читает все о челлендже, что есть, что нет. Фазмофобия сейчас, а хер его знает. Разберемся по ходу. Ну, я так понимаю, не повторяется или да, нет? Конечно, да, конечно, их там 28. Ой, или атака, ребята. Ну, реально так. Он где-то близко, мигает фонарики. Ну, не свет. В левой стороне, точно. Он идет это в правой, в правом. Эй! В правом коридоре. Эй! Ты уже решила жить не больше. Не больше. Ну, видимо, да. Я сожгла благовоние. А, это ты там сваливаешь? Ну, прощайте, походу, да? Да. Минус я. Отлично, атака закончилась, ура. Спасибо, Катюша. Ты молодец. С правого коридора начал. Ты завершила. Это не банша, это точно, потому что он перекликнулся на меня после того, как бежал за чумой. И дай угадаю, кто-то забыл, что твоя спичка горит не очень долго, да? Которая благовоние. Ну, я благовонила и пошла прятаться сразу. Я понимаю. Но только оно работает. Он пошел очень вместе мало. Со мной. А, да. Решил, да, заглянуть туда же. А на первом или на втором? На первом где-то, ну. Атака? Я благовоние. Нет. Нет, благовоние же было. Атака не может быть так быстро. Нет, нет, какой-то кто-то, видимо. Ну, по-моему, дверь была этаже? Где-то ближе к центру. Открылась. На первом этаже. Правое крыло, первый этаж. Да. Нет, такое ощущение, что я нахожусь где-то в параллельном мире. Потому что Миша говорит об открытой двери, но я не вижу Мишу здесь. Я начал убегать на второй этаж, потому что, ну, думал, что может атак. Короче... О-о. Короче, правый... правый напротив коридор, лестницы. Напротив лестницы крайняя последняя дверь. Угу. Ребята, аккуратнее. Градсник есть, ИНП-шка здесь а, тоже есть. А, все, отлично. Я вижу... Огонек. Огонек летает? Летает, да. Отлично. Минуса пока нет. Застыл на одном градусе. Прятаться-то будете? Не.
Не. Ой, швыряет что-то. Только найду, что он швырнул. Не вижу. Слабо ПМП. Немощь какая-то. Угу. Швырять даже не может. Ну, швыряет активно. Господи. Чё такое? На Мишу орнули. А. Атака, Миша минус. Он прям на нем появился. Еще походил плюсом. Еще потоптался по Мише сверху. Да, он загостил после того, как Мишу убил. Чуть-чуть походил и перестал. Привет, Миша. Ура. Вначале затроллил меня, а потом реально напал. Я ни хрена не вижу выключателя. Стоит. Дурик. Еще ближе. Короче, за столом стоит. Попробуй еще дальше. Возле доски. Угу. Нет, ничего. Аккуратнее, ребята, можешь начать атаку. Подшваряется. О, опять гостик. Температура все еще плюс. Уходите оттуда, сейчас начнет. Ты засекала? Ну, он неблаговонен и после последнего раза был, так а что... ты засекала? Are you here? Ты по радио говоришь? Ну, я пыталась. Какой молодец. Если ты же мертва. Не знаю, вдруг... А вдруг получилось же, прикинь? Атака, атака. Атака, бежим. А что такой быстрый? Кто? Призрак. А я думал, мы... Очень быстро. А я разжу. Все еще быстро. Мы такие быстрые, Катя, потому что умирать не хотели. Так, ну это не Райдзю. Почему? Ну, он еще может быть фонит. Ну, совсем на второй этаж ушел. И что? Вон, лампочка-то фонит. Возможно, и Райдзю. Бегают всякие. А может, у него скорость повышенная, я не знаю. Подготовка. А где-то пишет, ускорен он или нет? Mm-mm. Нифига не пишет. Не, ну как пишет? Только на Википедии. Ну, двоечка ЕМП, по-моему. Да, ну, двоечка. Все это время, когда ты сказала... А минус есть? Нет. Когда ты сказала, что фонарик моргает, я за фонариком следил, он постоянно моргал. Может быть, Райдзю. Где я? А может быть, не хотел Хантонио, там был бы быстрее, наверное. Да и минуса нет. Ну, я ж сколько там температура? Хотя бы близко к нулю. Ой, крестик сгорел. Фух. Я свет нащупал. Крестик сгорел на двоечку. На двоечку. Минуса все еще нет. А тут крестик однозарядный, по-моему. Возможно. Он потрогал стекла. Угу. Правда, не знаю, где стекла разбиты, по-моему, все. Но следов нет. Непонятно пока. Можно ли читать здесь... Есть блокнот. Пишет? На оконных следы. Угу, да, да, вышли. Да, Е, походу. Слышим, но далеко. А Е, походу. А, сильно далеко. Слушайте, а мне казалось, что она, ну, этот, призрак не ускорялся, он как был одной скоростью, так и ходил. Ну... Значит, а Е. Ну, так и было. Но да. Явно не ревенант. Мы можем... Мы это... сейчас с чумой... проводим время в ее комнате. Uh-huh. То есть, соответственно, оно должно стать медленнее. Uh-huh.
А у нас, кроме этого, что-то еще есть, кроме записи? Ну, огонек призрачный. А, точно. Спасибо. Че еще? Ну, из оставшихся тут никого больше быстрого не осталось, чем мы. Лазерный проектор. Ну, глянем еще одну атаку. Катерина, у нас не может быть быстрого больше. Ревенант нас не видел. А может быть... Вдруг условие... Вдруг условие ускоренный лук призрака. Да. Хорошо. Тогда туфель. А зеленка у нас палочка. Все, так. Нет? Нет. Просто моргнул свет. Я перекурю, чтобы убежать быстро. Стаминка была. Ага. Атака. А вот теперь атака. А, скоро начал. Ради тебя. Ну у меня же как раз я нажал. Ну как это работает? У нас остался только чума. А, блин, я атака его накурил. Закончилась. Я его накурил. Можно зеленку поставить, да? Да. Успеть. Блин, я вот специально это благовоние в руках держал, чтобы нажать ПКМ сразу, как только атака начнется. Но она началась-то нажала, да, нажал, и все равно убил. Мне кажется, почему-то эти благовония хреново работают. Это плохие благовония. Их делают на подпольном китайском складе. Просто как-нибудь палочку поставь. Да, есть этот... Зеленка. Да, зеленка есть. Ну тогда валим, все. Все, выходите. Цитоед таит. Ничего себе. Да, привычно. Три улики и три трупа. Как непривычно. Главное, первый я труп. Это вообще непривычно. Да нет, как раз таки норма. Обычно вы там помираете. Ой, началось. Да-да-да-да. Все выбрали тае. 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 Хорошо. Чума это, как там, плацебо выпил. А, ну они ж ничего последний. Не дают, да. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудь поставить лайк, прокомментируй, конечно же, подпишись. С вами были Крокус, Син, Чума и Миша. Всем пока. Пока-пока. Счастливо. Пока.